Всем привет! Здравствуйте! Время у нас сейчас 4:42 утра, и мы едем на рыбалку. Поспала я, наверное, часа полтора всего лишь. Думала, что, наверное, не поеду, но фраза моего мужа о том, что такое бывает раз, во сколько ты сказал лет? В 6-8 лет? Меня быстро привела в себя и думаю, ну когда я еще в родных местах поеду на рыбалку. Быстренько собралась, и вот уже я на коне. Едем мы. Куда мы с тобой поедем? На водосброс. На водосброс? На грязь. В общем, мы едем. Надеюсь, мы что-нибудь поймаем. Кого-нибудь. Ну а если не поймаем, значит, завтра с утреца купим на рынке. Да? Отведем душу. Это же приносит удовольствие. Не только вытягивание рыбы, но и сам процесс. Город пустой, туман. Классно. На реке сейчас там будет туман. Здорово, едем. Так вот пусто. И одни мы едем. Замерзла? Нет, ты же печку включил. А сколько было? 15 градусов на улице сейчас. Пока 15. Вон рыбак идет. Угу. Мы не одни. Не спят одни рыбаки. Таксисты. Смотри, здесь тумана нету, там туман прямо сильный был. Капли. Фокусируется на каплях. Так, покажу. Еще один рыбак, что ли? Таксист. Таксист. Еще рыбак вот идет. Это таксист. Да, я говорю, рыбаки и таксисты. Хорошо бы было найти место. По-моему, машины уже виднеются. А мы приехали. Мы тут расположились на мосточке. И там рыбаки. И там тоже рыбаков много. Гладь такая. Речка такая. Гладкая-гладкая. Небольшой туман. Рыба-то плещется. Вон она травит. Рыбка-то плещется. Сижу, слежу за удочкой.
И смотрю, как рыба просто выпрыгивает из речки. Не знаю, как это поймать, но она реально, реально выпрыгивает прямо иногда. И туман стал сильнее. Это железнодорожный мост. Здравствуйте. Счастливый мужчина, который давно об этом мечтал. И грузовой состав. Вот какой туман. Вообще ничего не видно стало. Это все туман. Вот здесь вот видно. А здесь вообще ничего не видно. А у нас туман застилает уже все. Скоро мост скроется в тумане железнодорожный. Совсем. Вот еще его часть осталась. Такой сильный туман. Вообще ничего не видно. Вот. Я сижу тут. Классно. Лягушки поют, рыба плещется. А у нас пока спокойствие. Спокойствие. А у нас здесь уже 7 часов утра. Солнышко уже светит. Но рыбка ни у кого не ловится. Туман рассеялся, развеялся почти. Ловись, рыбка большая и маленькая. Лучше большая. Плещется, но не ловится. Там тоже ни у кого не ловится, да? Никто рядом не ловит. Никто не ловит. Ну ладно, подождем. А у нас рыбка поймалась. Кто у нас ты? Подлещик маленький. Как я не люблю есть этих костлявых, но зато мы тут присели покушать. И вот она клюнула, рыбка. Не успела я вовремя взять телефон. Что там у тебя еще? А? Два чебака и подлещик? Ну не густо, я тебе так скажу. Надо поймать одного огромного карпа килограмма на 3. Слышишь? Я их больше люблю. Они вкуснее. Девчонки, что ли? Девчонки, что ли? Молодцы какие. Стоят, общаются. Едут, плывут или как? Да, разница. Молодцы. Что у нас там? Не клюет пока. А
Ну что, вытянем рыбку, нет? Вытянем рыбку или нет? Я так близко снимаю. Есть что-нибудь? Есть? Есть. Чебачок. Чебачок. Может, ну его, может, его обратно туда? Они такие есть. Смотри, на кукуру уже идут. Любит кукурузу рыбка. Я бутерброды делаю. Ну, на завтрак ничего так заходит им, да? Кукуруза с червями. Самое оно. Губа-то у рыбки не дура. Закидываем. Так, мне лишь бы не перепало. Где она? Ну, захотела заснять. Вот она вынырнула где. Рыбу ловит. Так надо рыбу ловить. Раз. Ну и где ты? Как долго она там? Вон она. Раз. Рыбку ловит. Где вынырнет? Вон она вынырнула аж где. Под водой больше находится, чем на воде. Я тоже заметила. Очень долго под водой. Ну что у нас там? Нет поклевки. Тишина. Вот оно, семейство. Уточки. А мы продолжаем сидеть на рыбалке. У нас 12:45 дня. Рыба что-то как-то не ловится, а хотелось бы еще. Ну тут так сидеть классно, не холодно, не жарко, свежий воздух и тишина, спокойствие. Уточки плавают. Рыба плещется. Поймаем уточку одну. Лягушки квакают иногда. Я же говорю, мой запрос был чересчур велик. Я тут слишком, наверное, попросила рыбку на 3 килограмма. Я исправила свое желание. 3 рыбки по 0,5 кило. Что-то тоже как-то никак. Так. Что, забрасываем? Так, лишь бы меня не поймал там за шиворот. Так. Уток распугал всех.
мы сматываем удочки и сматываемся, да? Рыба не хочет клевать, не хочет ловиться. А мы с тобой уже здесь 10-й час находимся, ты представляешь? Да. Столько времени провели на воздухе, это хорошо. А мы поехали отгонять на стоянку машину и подъехали к речке. Уже вечер, уже 10:30. Вот такая вот красота. Там подвесной мост. Не знаю, так видно, нет? Человек идет по подвесному мосту. Луна. Смотрю, он в речке. Отражается, ага. Вот сюда, подойди. В речке. Утка плывет, подожди. Одинокий селезень. Одинокий, думаешь? Он держит путь к своим. Отражение луны в воде. Красиво очень. Очень красиво. Вот где на рыбалку надо ехать. Не нарыбачился еще мой муж. А вон тоже с той стороны, видишь? Угу. Да тут места-то много. Рыбач не хочу. Вот и еще один день прошел.